Санкции, ну, я, например, пока их никак не ощущаю. Понимаете, дорогие сыры я не ем. Без устриц я вполне, как бы, обхожусь. Вот. А, ну, только потеря рабочих мест. Вот что нас беспокоит. Потому что те производства, которые закрываются и высвобождаются рабочие места, мы должны думать, как этих людей занять. И рецепты, ну... Мы давно придумали эти рецепты, и наши мамы, и наши бабушки. Это наши огороды, которые спасали нас в самые трудные времена. Те самые 6 соток, на которых выращивают тыквы, картошку, и все это закладывается, и обойдемся мы без их импортных там товаров вполне. Ну, то, чего не довезут из Азии, понимаете, европейцы пусть кушают сами. Ну, и второе, это, конечно, работать. Нет другого пути, кроме собрать мозги в кучку и придумать, как совместно спасаться, как делать, ну, как бы, какие-то проекты совместно. Я вообще член социалистической партии, и наша идеология – это идеология коллективизма. Мы считаем, что в любой трудной ситуации люди должны сплачиваться и вместе искать решение проблем. Поэтому, наверное, восстановление коллективных хозяйств в сельской местности, наверное, народные предприятия, которые можно создавать как народные акционерные общества в городах, и вот, наверное, контроль над коррупцией и пытаться остановить утечку денег из Российской Федерации, чтобы не получалось, что мы работаем, а прибыли высасываются из России и перетекают за границу, и они там очень неплохо живут на наши деньги. Вот я так думаю, что эти рецепты могли бы пригодиться и российскому правительству.